Современный мир развивается как многополярный, и в нем существует несколько центров силы. Об этом президент Азербайджана рассказал в Давосе в коротком интервью журналисту телеканала «Россия-24» Наиле Аскерзаде. Ильхам Алиев отметил, существуют вопросы, беспокоящие Баку, такие как нагнетание напряженности в регионе. Но также, отметил глава государства, видна и позитивная динамика. Страны, которые раньше не имели такого взаимодействия, сегодня действуют почти как союзники и вносят большой вклад в региональную стабильность. Поэтому многополярный мир – это уже реальность, отметил президент Азербайджана. Сегодняшняя конструкция мирового порядка, и в том числе конструкция международных отношений, такова, что предполагает многополярность. Если посмотреть на состав постоянных членов Совета Безопасности ООН, то это уже отражение многополярности мира. И без согласия одной из постоянных стран-членов никакое решение принять, не может быть принято. Поэтому думаю, что страны должны стремиться не к тому, чтобы обеспечивать однополярность для себя, но наоборот, находить элементы сотрудничества, которые будут выгодны всем.